Мы сейчас находимся с вами на вершине Тарьинской сопки. Позади меня находится поселок Рыбачий, поселок моряков-подводников. В этой красивой бухте, которая называется бухта Крашенинникова, располагается база атомных подводных лодок. Красив Рыбачий в любое время года и в любое время суток. Раньше я еще добавлял слово, что издалека красив поселок. Но сейчас можно сказать, что поселок красив и вблизи. Сегодня не стыдно пройти по некоторым улицам поселка. Этот фильм для тех, кто когда-то жил в Рыбачьем. Я постараюсь проехать по всем улицам, чтобы вы сами увидели, как изменился поселок. Увидите дом, в котором вы жили, улицы, по которым ходили. Правда, не все увидят свои дома, потому что очень много домов были снесены. Все в небо парят на крылах облаков. Мой край синеокий. Проезжаем бухту Ягодную. Здесь когда-то находился контрольно-пропускной пункт. И пусть материк манит солнечным летом, я вновь возвращаюсь сюда. Мой край синеокий к заре и рассветом, где с берегом спорит волна. Вилючинск, 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 Украина. Подъезжаем к поселку Рыбачий. Первая улица, по которой мы въезжаем в поселок и которая ведет нас к центру поселка, площади героев-подводников, называется улица Вилкова. Справа аквапарк. Дом офицера флота. В том месте, где стояли дома 29-31 по улице Вилкова и дом 7 по улице Кобзаря, построен детский сад «Русалочка». Нет музыкальной школы, а в здании бывшего хозяйственного магазина сейчас находится гарнизонный храм. Проезжаем гостиницу и кафе «Ленинград». Въезжаем на улицу Гусарова. Сейчас едем по улице Кобзаря. Дома номер 5 тоже нет. Здесь сейчас детская площадка. Вернемся назад к дому офицера флота и поднимемся к школе номер 2.
а дальше проедем по улице Нахимова. Здесь построен новый дом. А теперь отправимся на Семь Ветров, но сначала заедем на продолжение улицы Нахимова. Очень большие изменения на Семи Ветрах. Снесены более десятка домов. Здесь все дома стоят на улице Крашенинникова. Слева ледовый стадион «Айсберг». Капитально отремонтированы дома на Восьми Ветрах. We'll be right back.
Сейчас проедем к началу улицы Крашенинникова. Мы едем по улице 50 лет ВЛКСМ. Слева госпиталь, а это дома 1, 3, 5 по улице Крашенинникова. Справа почта. Здание МЧС, пожарная часть. И мы снова выехали на улицу Вилкова. Получилось так, что я проехал не по всем улицам. Остальные улицы покажу в следующий раз.
земля. Хорошей год от года и месяц от месяца. Край любимый, Камчатка родная моя. Хорошей год от года и месяц от месяца. Край любимый, Камчатка родная.